Вы смотрите канал «Китай покупай». Всем привет! Сегодня подобрал для вас 10 полезных и недорогих товаров с AliExpress. Ссылки вы найдете в описании. А мы начинаем. Начнем с микро-USB вентилятора для смартфона. Подключив миниатюрный вентилятор к телефону, вы сможете подарить себе освежающий ветерок, столь желанный в знойную погоду. А это велосипедный держатель для смартфонов и телефонов с шарнирным креплением, удерживающий головки. Держатель легко закрепляется на руле велосипеда любого диаметра и не проворачивается за счет антифрикционных вставок из силикона. Затягивается без каких-либо дополнительных инструментов. Смартфон держится надежно и не сдвигается даже при вибрациях. Надувные шарики с подсветкой. Когда душа требует праздника, не нужно отказывать ей в удовольствии. Устраивайте вечеринки, танцы, романтические встречи, не затрачивая особых усилий и средств. Для этого просто закажите на AliExpress воздушные шары с подсветкой и наслаждайтесь таинственным сиянием. Кружка с автоматическим размешиванием. Прекрасное предложение для любителей удивительных вещей у себя в быту. Напиток в чашке размешивается за счет встроенного вентилятора-миксера, который питается от батареек. Он небольшой, но сахар в чашке размешивается за минуту, причем без шума. С такой кружкой можно без особых усилий смешивать напитки, взбивать пенку для капучино, готовить спортивные коктейли, даже взбивать сырые яйца для омлета. А вот универсальная складная подставка для смартфона и планшета. Подставка сделана очень качественно и способна выдержать вес до 1 кг. Благодаря компактным размерам вы легко сможете поместить ее в сумке или рюкзаке. Игрушка «Спиннер» – это современный модный гаджет антистресс. В русскоязычном интернете эту игрушку также называют «крутилкой» или «вертушкой». Небольшая уравновешенная конструкция с подшипником посередине. Зажимая подшипник между пальцев, данную конструкцию можно раскрутить как юлу. Электрический диспенсер для напитков. Очень прикольная штуковина с AliExpress. Она поможет вам и вашим детям самостоятельно наливать различные напитки, не пролив ни капли мимо стакана. Работает от двух батареек. Стоимость чуть больше $2. Рекомендую. Фонарик-вспышка для смартфона. Гениальное изобретение, позволяющее снимать фото и видео с вашего смартфона в темное время суток. Просто находка для любителей селфи-фотографий. Цена всего $1.5. Светящиеся шнурки. Если вы поклонник оригинальности, любите выделяться из толпы и привлекать к себе внимание, то вот такие светящиеся в темноте шнурки отлично дополнят ваш образ. Функционируют они от обычных элементов питания и радуют всех своим свечением в течение 80 часов. В шнурках предусмотрены выключатели, а также мерцающий регулятор, благодаря чему можно экономить заряд встроенного аккумулятора. И в конце нашей подборки объектив для смартфона. Съемные объективы значительно улучшают фотовозможности смартфона. В данный комплект входит оптика трех типов. Для детализированной съемки миниатюрных предметов с близкого расстояния. Для увеличения поля зрения камеры смартфона.
и максимального угла охвата камеры. Попробуйте использовать съемную оптику, и качество ваших фотографий заметно возрастет. Друзья, если вам понравился какой-либо товар из этой подборки, жмите лайк. А заказать любую из этих штук вы можете по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал «Китай Покупай». До встречи в следующем видео.